Генеральный секретарь НАТО призвал к политическому решению ситуации вокруг Северной Кореи. Йенс Столтенберг призвал КНДР остановить свою ядерную программу и прекратить ракетные испытания. Такие действия нарушают целый ряд резолюций ООН, подчеркнул генсек НАТО. Завтра Совбез соберется на очередное заседание по поводу дополнительных санкций против Пхеньяна. Инициатором резолюции на этот раз выступают США.